Всем привет! На улице осень, похолодало, помещение становится прохладно, и сегодня мы будем утеплять окна с помощью вот такой вот пленочки. Окна у нас обыкновенные, вот такие вот. Это совдеповские окна, они холодные, ну, естественно, все окна холодные, но в данном случае нам не повезло. Вот, поэтому мы будем сейчас их утеплять. Нам понадобится пленка и двухсторонний скотч. Пленка ширина 1,5 метра, это обыкновенная пленочка, она продается, я купила в этой центре. И она раздваивается. Вот такой вот у нас чулок. Мы ее разрезаем, разворачиваем и вырезаем по окнам. По периметру окна мы проклеиваем двухсторонний скотч, потом натягиваем пленку, приклеиваем сверху. И вот что у нас получилось. По периметру двухсторонний скотч и к нему приклеена пленочка. Пленка не холодная, как стекло. Стекло, когда мы касаемся, оно холодное. Здесь воздушная прослоечка получается. И это очень хорошо сохраняет тепло. Значит, без дополнительных обогревательных элементов в помещении температуру таким образом можно поднять на 4 градуса. Я надеюсь, мое видео было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, и пускай у вас всегда будет тепло.